Вы смотрите видео об отеле Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers расположен в стране Таиланд в регионе Бангкок и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Расположен на берегу реки Чао Прая, в 4-5 километрах от основных достопримечательностей, храма Вот Пье Рейкхо, Вот Пье Чоу 10-15 минут езды либо 10 минут на лодке по реке Чао Прая, в 3,5 километра от центра города, Сеем Сентр, Сеем Параган, МК Шопинг Молл 10 минут езды, в 148 километрах от Паттайи 1 час 35 минут езды по скоростным шоссе, в 37 километрах от аэропорта Бангкока Саварнабхами 30 минут езды по скоростным шоссе. На территории отеля имеется 4 ресторана, 1 бар, 21 конференц-зал до 1250 персон, 2 бассейна 1 градусов морской водой, 1 теннисный корт с жестким покрытием, спа-центр, прачечная, лифты, услуги врача, обслуживание номеров, сейф на ресепшн бесплатно, бизнес-центр, интернет-кафе платно, беспроводной интернет в лобби бесплатно, депозит в день заезда, в номерах есть кондиционер, ТВ есть русский канал, телефон, Wi-Fi платно, душ, ванна, мини-бар, вода ежедневно бесплатно, набор для чая и кофе, сейф, фен, утюг по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 5, 16 этажей, делюкс 17, 24 этажей, делюкс премиум 25, 28 этажей, тауэр типа номеров, 324 делюкс ривер вью румс, 36 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек, 240 делюкс премиум ривер вью румс, 36 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек, 33 экзекутив свитс ривер вью румс, 70 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек, гостиная и спальня, 95 Tower Executive Rooms, 36 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек, доп. Бесплатные услуги для гостей Tower. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть спа-центр, Wi-Fi платно, тренажерный зал, большой теннис, сауна, парикмахерская, химчистка, бизнес-центр. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи, теннисный корт. За дополнительную плату имеется массаж, джакузи, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки. Для детей есть детский бассейн, детская кроватка, детские стульчики, в ресторане няни платно. Год постройки гостиницы – 1983. Год, когда был сделан последний ремонт – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.